Ровно 4 недели назад в присутствии президента России Владимира Путина и главы региона Алексея Текслера состоялся торжественный пуск аглофабрики номер 5. Любое серьезное производственное подразделение ПАО ММК со временем неизменно прирастает менее масштабными, но тоже очень важными социальными объектами, в частности, пунктами питания. 16 августа на новой аглофабрике была открыта собственная столовая. Одним из первых почувствовал себя в своей тарелке Павел Зайцев. Классическое понятие «заводская» или «цеховая столовая» безвозвратно уходит в прошлое. Этот пункт питания иначе как кафе не назовешь. Его открытие стало по-настоящему знаковым событием в жизни нового подразделения ММК. Чтобы работники аглофабрики, подрядных организаций имели шанс на качественное горячее питание, ну, надеемся, уровень качества будет соответствующий, мы в этом просто уверены. Поздравляю вас всех. Мы говорим слова благодарности сегодня дирекции комбината, генеральному директору, директору по корпоративным вопросам, социальным программам. Мы говорим сегодня слова благодарности УКСу, который построил нам эту столовую, и генеральному подрядчику «Монтажник». Новое кафе – настоящий оазис на территории сложного производственного объекта. Здесь действительно можно с комфортом провести обеденный перерыв. Приятные мягкие интерьеры, удобная мебель, современное кухонное оборудование и раздатка и, разумеется, очень разнообразное меню. Не менее 4 салатов, гарниров, мясных блюд, супы, выпечка и напитки, как принято говорить, в ассортименте. Меню на всей промышленной площадке, и это слово не будет исключением, всегда составляется с двухнедельной неповторяемостью. То есть каждые 2 недели оно обновляется. Ну и учет сезонности, естественно. То есть это базовые принципы, они здесь тоже будут применяться. Единственное, что здесь мы вводим еще некоторые новые тенденции. То есть здесь будут изготавливаться блюда, которые пока не применяются на других объектах. Здесь пройдет удача, значит, постараемся транслировать и на остальные. Это закрытые сэндвичи, пакетболы. Еще будет одна сюрприз-фишечка, не буду ее пока раскрывать. Едина для всех пунктов питания ММК и ценовая политика. Обладатели зарплатных карт «Кредит Уралбанка» раз в день получают солидную дотацию от предприятия. Например, комплексный обед с базовой стоимостью 97 рублей 70 копеек обойдется работнику всего в 40 рублей. Предоставляет работодатель своим сотрудникам скидку 57 рублей 70 копеек на любой набор. Независимо, комплексный это обед или блюдо по свободной раздаче, или просто выпечку там сотрудник взял. В ближайших планах также реализация полуфабрикатов собственного изготовления. Согласно проекту, главный зал новой столовой рассчитан более чем на 100 посетителей в день. Но есть и дополнительный зал, а производственные мощности кухни позволят накормить и вдвое больше сотрудников. Был бы спрос. Впрочем, когда есть такое предложение, наличие спроса – лишь дело времени. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.